Вот 6 августа приехали между первым и вторым мостиком. А что вы хотите? Уронить. Грин вот этот? Ну да. Вот так, ты так его залез на моих колесах. Вот так, как? Ну, пойдемте сюда. Давай, матушка. Тихо. Дайте еще можете сесть, да? Я думаю. Сейчас, да, сейчас уже не догнать, шаг, я три. Есть фотография, она со стоком стены, идет, как у нее такое. Ее фотографию на коробочку, видимо, сейчас купила, она похожа на тебя. Вот теперь смотри. Ой-ой-ой. Это лох. Вот этот вот соединяется второй лох, вон ложок, вон. Там озеро, к нему подъедет. И вот лох, который идет. Мы его, видишь, какое сооружение. Чтобы поднять уровень, надо запечатать. Мы его запечатали. Вода весной поднимется и пойдет, поэтому падает на камни, чтобы яму не сделать. А чтобы быки там не разбомбили, все загородили вокруг. Скотина не заходила. Но она сухая, тут не будет воды или будет? Будет вода, когда она поднимется весной. А куда она пойдет? А вон она, вот это, где камни лежат, эта посуда, она должна идти. Это на тут пойдет, а там еще будете выше поднимать? Нет, да? Все кончилось. А если она выше поднимется, ее свалит в воду сюда. Чтобы, видишь, как сваями-то забивали просмоленными. Mm-hmm. А здесь сено, солома и с глиной, саман, просаманили, там и здесь. Вон оттуда землю брали, вот отсюда землю брали. На эту дорогу куда, в Корчу? А нет дороги, нет тут дороги никакой. А зачем его делать? Вот это вот-то, что скотину пасут, чтобы скотина не зашла сюда. А-а-а, это от скотины. Для скотины. От скотины. Понятно. Дороги тут нету, там вообще никакой дороги, там некуда ехать. Это может для скотины. Да, это скотина, когда пригонят, чтобы она рогами не разбодала все. Скотина сильная. Вон, смотри, вода стоит. Володя, маленько в сторонку отойди-ка сюда. Да, да, видать, видать. Вон она. Стоит. Вот вода поднялась. Вот докуда она дошла. Теперь весной она поднимется еще на 70 сантиметров и на всем озере поднимется. Она, видишь, от озера идет. От озера. А чтобы выше она не пошла, здесь у нее сток сделанный. А ей течение, чтобы она не рвала, она вот, видишь, как сбивает его. Камень стоит. Бутовый камень. Смотри, сколько там накатано. И все это уперто, это система целая. Сколько тут шагов. Это называется шлюз. Вода уже не размоет ничего туда. Да. Вон то озеро поднимется-то, да? Да. Вот для этого и делали. Для этого и делали, чтобы поднять. А как поднимешь-то? Ну. Надо поднять и ровно сколько надо, чтобы остаток воды не пошел через плотину. Он прорвет ее. Нам нужно поднять, а остальная же вода, чтобы ушла. Она пойдет через первый мостик, где мы сейчас были. Она, эта вода, туда идет, а тут мостик. Вот даже видать, вот наверное сюда. Откуда мы приехали? Вон там зеленая, вон оттуда мы приехали. Это мостик первый там. Это вот большие такие лага широкие. Ну, понятно? Понятно. Так, теперь мы едем на второй мостик посмотреть. А где еще? Самое большое озеро, которое мы подняли воду-то. Вот здесь вот подняли мы ее почти на место. Подняли. Вот, тут не было воды-то совсем. В озере. А сейчас в озере вода. Почти 3 метра там. Марина, отдай ее туда. Держи. Матушка, матушка, держи бабушку.